Скамейку-то заносить третью? А? Скамейку заносить среднюю или не надо? Да занесить, конечно, она сгодится. Мешать будет. Включи тут свет. В тамбуре включи свет. В тамбуре свет включи. Скамейку занеси. Вика, а где баба-то? Болеет? Не скоро. Не скоро? Примерно когда? Ну, пока не знаю. Не скоро. У них там еще долго. А ты тут будешь? Здесь буду. Ну, потом, когда ты поедешь, ты мне ложки там есть? Ложки в детской есть? Ложки в детской. Да почему? Можете, Александр, разрешение заглянуть туда. Тут сейчас нечего снимать. Вот они как. Мешочки все снимаем быстро. Снимайте наш стол. Праздничный. Помогайте, ребятишки, помогайте. Ложки. Чай доставай. Леонидушка, чаёк доставай. Это детская такая спущенная. А чай принесли? Да, не сладкий. Стапан у нас тут есть? Да, есть, Ксюша, да? Так, знаете, здесь любой зеленый. Здесь я отдельно езжу, а там зеленый. И буквы. Это после службы рождественской. Готовится где-то. Ага. А. Ухожу. Сколько еще? Сейчас я принесу стаканы. Геннадий Иванович, разреши. Так, богослужение прошло. Утренние часы. Батюшки нет, он в деревне. А мы тут сами по себе. Прошло богослужение. Смотрите, как постепенно мясное убрали, чтобы не было подозрений на свинящину. И так смирились, кто был против. А то ничего нельзя сделать. Неправда это все. Надо работать. Ну что, призывайте, молитву. Там что-то суетятся. Давай. За главное. Святый ты, Боже наш, воссияй небесных разума, в небо ты нам служащий, звездою учахуйся, тебе кланяйтесь солнцу правды, и тебе венитесь и востока, Господи, слава тебе. Игнатий Ильич, благословите. Господи, благослови вкусить дары Твои святые. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.